Всем привет, я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче», поехали. Пьяный инструктор учил девушку водить машину. Это произошло в Брестской области. Уж не знаю, что привлекло внимание сотрудников ГАИ, но они решили тормознуть учебное авто, за рулем которого была девушка. Инструктор находился рядом и от него откровенно разило. У него обнаружили 1,5 промилле алкоголя, да еще и прав с собой не было. А я напомню, что в этой ситуации инструктор приравнивается к водителю. Составлено несколько административных протоколов. Помните Рому Кагодовского, 12-летнего героя, который на руках вынес из горящего дома своего 2-летнего братика? Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в Минске и идет на поправку. Кстати, в этом году Рома перешел в 7 класс, учится он там же, в больнице. У него появился новый предмет – химия, который ему очень нравится. Давайте пожелаем Роме скорейшего выздоровления. Как думаете, сколько белорусы в сентябре продали валюты? На $1 миллиард, ни много ни мало. Об этом свидетельствуют свежие данные Нацбанка. Это самый большой показатель с начала года. А вот купили валюты белорусы в сентябре на 183 миллиона меньше. Как думаете, куда тратим сбережения?